Эх, а погромче. Любите читать. Отлично. Un dit-o pas que sunt rompere de corset, chi fese la trote de nu ana bella zel, i patatii e patata don le mison chi la vila, tu le gratin de l'alcalai de pila. Tico tico de venir ni que de gadel, de son magon de son cheval et de ses terres, il peut garder de vos chaquets à sombrero, c'est un vrai caballero, tico tico. Tico tico par si, tico tico par là, quand tu se vient, on t'en plus que c'est non là. Il passe par ici, il va passer par là, comme il est bon dans son estime de gala. Ну что, вам понравилось, ребятки? Теперь батл фокусов. Я тоже знаю фокус. Батл фокусов. Ну, смотрите. Видишь, как я могу? Як ты можешь? Ты знаешь, давайте поаплодируем, Юрик. Для игроки. Вот. На самом деле, это хорошая даже разминка. Это для я пальцев. Научился в твоей рубрике, да? Там, где ты раскрываешь секреты. Неужели я такой фокус показывал? Ладно, это мой эксклюзивный. Я еще просто не запатентовал его. Ну, в принципе, у меня все еще впереди. Я приготовил еще один фокус, который вы сегодня попробуете выучить его сделать. Нам для трюка понадобится... нужно приходить на день рождения с большой... С подарками. С подарками. Я еще раз хочу наголосить. Если вы приходите до нас в гости, а у нас сегодня много гостей, вы не робите цієї помилки, не проходите с пустыми руками. Мы подарунки дуже любимо и ценуем. Мы этими 100 долларов сделаем следующее. Возьмем их, положим сюда, вот, на серединке. Угу. И возьмем нашу кисточку, да? Угу. И попробуем что-то сейчас... О, склеилось, сделать. Попробуем его разорвать. Как вы видите, все честно, посерединке находится. Можете убедиться, посерединке находится. Да. И теперь... Нужно так вот пробить. Готово? Да. И раз, два, три. Так, молодец. Хорошая у меня ассистентка. Получилось великолепно. Так, мы пробили, как вы видите, да? То есть у нас явно пробито. Манишку, да, посерединке находится. Вытаскиваем. Подержите, пожалуйста. Пожалуйста. Видите, дырочка есть, ребята? Да, мы берем, раскрываем. Дырочка есть? Да. Ну, а теперь мы уберем, и дырочка у нас осталась. Нет. Ух ты! Классно! Я помню, как в детстве... Первый раз увидел снег. Я не мог никак понять, что это падает с неба. И я спросил у дедушки, спросил, что такое снег. Он мне ответил, принеси мне, пожалуйста, обыкновенную салфетку. Я принес обыкновенную салфетку. И он показал мне то, что сейчас покажу я вам. Снежинку, но при этом он добавил, что настоящий снег намного меньше, и он парит. И что снег состоит из чего? Из снежинок. Из воды. Из воды, конечно. Чудо и волшебство. Артем Дрищенков,
ведучий нашої рубрики «Секрети фокусів», справжній чарівник, фокусник та ілюзіоніст.